Вот этого Изи Крамера, у меня тоже есть воспоминания. Я где-то начало 80-х, где-то мне было лет 20, я уже тогда пробовал писать какие-то песни на чьи-то стихи. И вот у нас был двухтомник Евтушенко, я тогда на стихи Евтушенко довольно много написал песен. Вот я листаю Евтушенко, листаю, вдруг попадается этот Изя Крамер, я так его прочел, неожиданно очень было для меня. Еще я хочу рассказать, есть такой поэт Борис Ютин, он сейчас живет в Нью-Джерси. Мы когда познакомились через 45-ю параллель, я написал ему песню, и потом я посмотрел его биографию, он, оказывается, с Дауга впился. Мой отец жил с 35-го года по 41-й год в Даугавпилсе. Потом он ушел с беженцами, его дядька остался сторожить лавку и погиб. И оказывается, Борис Юдин родился в 49-м году, но там прожил практически всю жизнь, там, до 96-го года, там, ну, не всю жизнь, очень много, почти 50 лет, да, прожил там. И он там, оказывается, там есть мемориал. Во многих местечках был свой мини-Бабий Яр. И в данный мемориал, оказывается, он тоже принимал участие в создании этого мемориала.